Если вокруг вас летательные аппараты, ракеты и космонавты, а над головой звезды, значит, вы попали в 10-ю Чебоксарскую школу накануне Дня космонавтики. Подробнее в нашем репортаже. Согласно поговорке, с лета принято готовить сани. Однако ученики школы номер 10, которые носят имя космонавта Андрея Николаева, практически с лета готовят ракеты и прочие летательные аппараты. Правда, здесь главные не летные характеристики, а красота. Каждый год в преддверии Дня космонавтики классы соревнуются в лучшем оформлении дверей кабинетов. Когда-то мы были в гостях у 66-й школы города Нижнего Новгорода. Эта школа носит имя летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Мы с ними подружились, они пригласили нас к себе в гости. И мы вот у них были на празднике, посвященном Дню космонавтики. Нам понравились некоторые моменты в оформлении школы. И когда мы сюда обратно приехали, мы решили, а что бы мы сами могли такого интересного придумать, чтобы и в нашей школе вот так же запоминать. Проходил праздник День космонавтики. Это только кажется, что в конкурсе участвуют школьники. На самом деле, благодаря этому конкурсу досуг появляется у всей семьи. А каждый раз, когда нас просят оформить дверь, мы любим с классом ставить около нашей двери какую-нибудь фигуру. И я решила сделать этого космонавта. Начала его делать заранее, летом еще. Делала я его вместе со своей семьей. С дядей, с мамой. А самое трудное было делать это лицо, особенно нос. В жюри конкурса преподаватели эстетического направления, ну а зрительские симпатии определяют очень просто. Здесь побеждает тот класс, у дверей которого больше всего школьников, а родители останавливаются, чтобы рассмотреть все поближе. Ну а вот этот кусочек космоса – дверь победителей этого года, 4-го И класса. Белка и Стрелка летали на корабле «Спутник-5». И это первый полет, который прошел успешно. Ракету мы сделали из газеты, а планету Земля сделали с половинки глобуса. Работали все вместе. Что-то новенькое школьники придумывают каждый год. И неудивительно, ведь в данной теме простор для творчества границ не имеет, как и сама Вселенная. Ольга Пырочкина, Мария Шоклева, Сергей Рябчиков. Республика.